представляет компания Elite Filmmakers. Ну-ка, иди сюда. Вот так. Ну, где ты там? Хелли Миллс, Бернард Ли и Алан Бейтс. В фильме Ричарда Аттенборо и Брайана Форбса. «Свистни по ветру». Закадровый перевод One Inch Nails. В других ролях Норман Бёрд, Дайана Клэр, Патриша Хеннеген и другие. Впервые на экране Алан Барнс, Дайан Холгейт и Рой Колдер. Авторы выражают признательность господину Роберту Ангусу за помощь при съемках этого фильма. Композитор Малькольм Арнольд. Сценарий Кейт Уотерхаус и Уиллиса Холла по одноименному роману Мэри Хейли Белл. Оператор Артур Ибитсон. Продюсер Ричард Аттенборо. Режиссер Брайан Форбс. Но пришел он и утешил меня. Я была так одинока и беспомощна. И он в своей бесконечной доброте протянул мне свою руку, невзирая на мои грехи. Невзирая на то, что я отворачивалась от него и отвергала слово его. Друзья, это он пришел ко мне, а не я к нему. И теперь он будет со мной всегда. И я всегда буду обитать в доме его. Джеки, не хочешь котенка? У меня уже есть. А еще одного? Не. Как прекрасно, что можем вознести молитву и поведать Иисусу о всех наших грехах и печалях. А вы не хотите котенка? Чего-чего, милый? Котенка, живого. Как ты добр. Нет, наверное, я не смогу его взять.
Понимаете, нам нельзя держать их дома. И эти все время их топит. А у нее появляются новые. Боже ж ты мой, как жалко. Папа их не любит, поэтому Эдди сразу прячет их в мешок. О боже. Джеки тоже не хочет. Так возьмете или нет? Чарли! Понимаешь, если веришь в Иисуса, он обязательно о нем позаботится. Чарльз, пошли! А ну-ка, закрой! Там Чарльз идет, папа. Да мне все равно, кто там идет. Вернись и закрой. Закрой ворота. Закрывай. Пап, я их закрыл. Он закрыл, папа. Куда вы там ходили? Гуляли. Папа, тебе помочь? Нет уж, спасибо. А ну, поди сюда. Что там у тебя под пальто? Кофта? Причем тут... Давай-ка не умничай, что там у тебя? Так, нашел кое-что. Тебе точно не нужно помочь, папа? Сам справлюсь. Далеко не ходите, скоро чай пить. Хорошо, тетя. Он спрашивал тебя? Что ты сказал? Ничего. Соврал? Я ему ничего не сказал. Тогда пошли быстрей. Опять ходили к моим ловушкам? Никуда мы не ходили. Лучше держитесь от них подальше, а то схлопочете от отца. К тому же я на них здорово потратился. Нужны нам ваши дрянные ловушки. Вот скажу папе, что вы воруете его парафин. Закрывай. Да быстрее, пока этот старый капканчик не заметил. Давайте найдем для них место. Вон там. Тут будет ваше место. О, коробка. Положим туда немного сена. Так, а теперь вылазь. Вот так, молодец. Давай. Твой совсем слабенький, наверное, к мамочке хочет. Хочешь к мамочке? Заткнись, это твой хочет. Твой хочет к мамочке. А как мы их назовем, Кэти? Не знаю. Надо подумать. Я назову своего пауком. Разве можно так называть кошку? Как хочу, так и называю. Глупый. У тебя в голове опилки. Когда мой подрастет, я напущу его на твоего, и он его съест. Не надо. А ну замолчите. И смотрите никому ни слова. Особенно тете Долли. Она сразу отцу расскажет. А теперь давайте положим их сюда. Вот так. И не крутите здесь, а то они догадаются. Кто же будет о них заботиться? Иисус? Не говори ерунду. Будет, будет. Та женщина так сказала. Какая еще женщина? Из армии спасения. Я спросил у нее, и она сказала, что Иисус позаботится о нем, вместо меня. Откуда она знает?
потому что она живет в его доме. Да он же умер. О, Кэти! А что? Разве это не так? Так говорить грешно. Теперь случится что-то ужасное. Да, скоро Иисус придет и заберет тебя. Подумаешь? Просто так сказала. Ладно. Пошли. Я же в шутку. Вот если бы взаправду... А за такое он не наказывает. Эту никак не застегнуть. А другой нет? Чистой больше нет. А с этой что не так? Видно, села. Вот что с ней. Стираю я их как положено. Ну-ка. Стой. Что ты, что дети. Неудивительно, что бедная Бити не вынесла всего этого. У меня самой силы на исходе. Ладно, только не начинай. Это тебе ладно, а все на мне. Ну, конечно. Это не мой дом и не мои дети. Что бы вы без меня делали? Я всего лишь твоя сестра, а хлопот с вами... Все. Не могу дышать. Ничего, думаю, пиво пролезет. Ну-ка, вы двое, бегом в кровать. Я еще не доел. Доел, шагай. Тетя говорит, что есть нужно медленно. Хватит болтать. Клади в рот и дуй наверх. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, папа. И прямо наверх. Я должен сказать спокойной ночи тете и Кэти. Говори отсюда. Спокойной ночи, тетя. Не услышала. Можно к ней подойти поближе? Больше повторять не буду. Спокойной ночи, Кэти. Спокойной ночи. Пойду пройдусь полчасика. Ей тоже не позволяй читать полночи. Сам ей скажи, она твоя дочь. Слышала, что она сказала? Ты куда? Я только проведаю кошку, тетя. Не забудь закрыть дверь, будет стучать всю ночь. Дасти. Дасти. Дасти? Ты здесь, что ли? Вот ты где. Их искала, да? Искала. Пойдем. Пошли их найдем. Сейчас. Умница. Вот сюда. Кто это? Иисус Христос.
Иисус? Тетя. Тетя. Нан. Нан. Проснись, Нан. Нан. Что? Мне нужно тебе что-то сказать. Что сказать? Что-то важное. Проснись. Я видела его. Кого видела? Да послушай ты. Я видела его. Кого? Иисуса. Он в нашем сарае. Он вернулся. Что, правда, Кэти? И что нам теперь делать? Не знаю. Наверное, он скажет нам. И что он говорит? Он мало говорил. Только сказал мне, кто он. Мне кажется, он очень устал. Конечно, устал. Он не сказал, почему пришел в наш сарай? Может, из-за того, что ты тогда сказала, Кэти? Не знаю. Спорим из-за этого. Я же тебе говорила. Он надолго? Он не сказал. Как думаешь, он захочет утром меня увидеть? Не знаю. Захочет, точно. Я ведь ничего такого не сказала. Вот здорово, что он пришел в наш сарай, правда? Похоже на чудо.
Давай быстрее. Я уже не хочу, Кэти. Все будет хорошо, обещаю. Обещаю. Кланяться будем? Он, наверное, уже ушел. Он спал. Да, спал на сене. Стой. Это наша тайна. Никому ни слова. Он скажет нам. Когда проснется, он скажет нам, что делать. Что стряслось? Что так рано? Или постель промочили? Глупые вы и грязнуля. Скажите, пожалуйста, брань на вороту не виснет. Сто девяносто восемь. Что 198? Столько яиц я съел с прошлой Пасхи. Давай, не тяни. Мне нужно убирать со стола. Может, кое-кто хочет позавтракать? В Б и Б Л и И говорится, что кое-кто ест хлеб. Заткнись, язык без костей. О чем это вы? Ни о чем. А я знаю о чем. Ну и о чем же? Не скажу. Это будет моя тайна. Я вам больше ничего не буду рассказывать. Эдди! Эдди, чем ты там занимаешься? Занимаюсь? Кажется, я сказал тебе тёлку перевести. Да я просто ждал тебя. Я сказал тебе перевести ее еще вчера. В том загоне сквозняк, и ей стало хуже. Все, пошел переводить. Просто ждал, чтобы ты ее проведал. Я ее уже проведал, так что, чтобы она была в большом сарае. Приведу Уивера, чтобы он ее посмотрел. И в следующий раз не надо меня ждать, просто сразу делай, что я говорю. Ладно, тогда я пошел. Ладно. Что будем делать? Пойдем играть Джеки Гринвуд? Один из нас пойдет, а двое нет. А вы что будете делать, глупые коровы? Не спрашивай и не услышишь лжи. Вы глупые коровы, вот вы кто. Следи за своим языком. Всегда я. Всегда мне достается. Я пошел прятаться. И не подглядывать. Очень нужно нам подглядывать. Так-то лучше. Глупые коровы.
Что еще? Может, надо немного рыбы? Нет, это только в чудесах. А я думала, ему нужно рыбу. Может, уксуса взять? Вино. Ему нужны хлеб и вино. Кэти, это же папина, на Рождество, после поздравления королевы. Эдди? 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 Ты что делаешь? А ты как думаешь? Я уж думал пожар. Разве я не лучше? Нет, но ест слишком много. Может, я сама ее заведу? Хочешь отобрать у меня работу? Нет, но папа говорит, что я должна больше помогать, и говорит, что от меня никакого толку. Но это не так. Просто никто мне не доверяет. А вы разрешите? Пожалуйста. И отец меня похвалит. Ну, не знаю. А ты умеешь? Да, я видела, как ловко вы это делаете. А вы бы могли пойти и проверить свою ловушку. Там что-то есть. Я видела, когда проходила мимо. В ловушке? Да. Это лесной голубь, на которого вы охотились. Ладно, договорились. Раз ты знаешь как... Говоришь, он в ловушке? Тогда пойду его поймаю. Он что, все время спит? Может, ему плохо? Какой-то больной. Зато лицо красивое. Ты таким его представляла? Здорово, что он пришел в наш сарай, правда? А мог пойти к Джеки Гринвуд. Ну-ка иди отсюда. Чего это? Этот сарай такой же ваш, как и мой. Как хотите, а мне нужно посмотреть моего котенка. А это кто? Что за парень? Это не парень. Это Иисус. Он умер? Конечно, нет. Это не Иисус. Он самый, господин умник. Иисус носил длинное платье. Ну, это было тогда, давно. Что, правда? Неужели это он? And listen.
И смотри, это тайна. Никому не рассказывать. Потому что мы еще не знаем, чего он от нас захочет. И мы должны заботиться о нем. О, добрый Иисус! Если вы ищете убийцу, действовать нужно быстро. И особенно важно быстро оградить детей. Я хочу сказать, что они не особо суетились, даже о детях не позаботились. Это так. Поэтому теперь вся ответственность на нас. Конечно, ваш суперинтендант Тиздейл очень хороший человек, а детектив-сержант Уилкокс без сна уже третьи сутки. Да, да, Уилкокс, да. Я все жду, когда он скажет, сколько водоотводов пропало. Отойди от этой лужи, мальчик. Видите, предупреждай их, не предупреждай, это их не сильно тревожит. Да, это их не тревожит. Украли 6 ярдов водоотводов, 2 крышки от мусорных баков, доску объявлений, а уходя захватили забор из проволоки. Да, это их не тревожит. Так, а сейчас все закройте свои книги. А теперь поднимайте руки. Мисс, мисс! Подождите, подождите, не кричите все сразу. Итак, самаритянин был хорошим или плохим человеком? Мисс, мисс! Да, Пэм. Пожалуйста, мисс, Дэвид Эдвардс только пришел. Здравствуй, Дэвид. Можно решить, что он тоже шел и свернул с дороги. Но ведь ты же не добрый самаритянин, Дэвид. Нет, миссис. Мисс Лодж, сходи-ка найди миссис Ривз и просуши одежду. Давай, и побыстрей. Так, а теперь внимание сюда. Дженни, Роберт, вот так. Ну что, время задавать вопросы? Кто хочет спросить? О сегодняшнем уроке. Или о чем-то еще? Мисс? Да, Кэти. Что было бы, если бы Иисус вернулся? Но, Кэти, а разве Иисус в действительности нас покинул? Он все время с нами. Здесь, в этой комнате, дома, везде. Разве нет? Да, мисс. Только я имею в виду, если бы он вернулся как человек. Ну, с одной стороны, он, наверное, увидит, как все сильно изменилось, правда? Вот хороший вопрос. Какие изменения он увидит? А? Телеки, поезда, часы с боем. Правильно, конечно, в те времена не было телевизоров. Но я имела в виду другое. Что вам еще приходит на ум? Финал. Что, Джеки? Говори громче. Финал кубка. Кто-нибудь еще? Финал кубка, глухая тетеря. Но что с ним сделают, если он вернется? Если Иисус вернется? Боюсь, что мир не сильно изменился. По-прежнему есть как хорошие, так и плохие люди. И они его распнут? Полагаю, кое-кто из плохих людей может попытаться. Но в этот раз все хорошие люди должны будут решительно остановить их. Мы же знаем, что будем делать, правда? Что бы мы делали, если бы Иисус вернулся на землю? Что бы мы делали? А? Мы бы стали его славить, правда? Что бы мы стали делать? Славить его, мисс. Славить его.
славить Его. Дождь кончился. Как думаешь, это он его остановил, Кэти? Да, Иисус все может. И шоколадный торт мог бы подарить мне на день рождения. И несколько плиток шоколада, да? Нет, это нельзя. Мисс Лодж говорит, что у Иисуса можно просить только любовь, а не вещи. Это она просто так сказала. Хотела бы я увидеть ее лицо, когда она узнает, что Иисус в нашем сарае. А мы ей расскажем? Нет, пока ему не станет лучше. А потом все узнают, придут и увидят его. Кто? Да все. Пастухи, мудрецы, дамы, господа, епископы и люди, мэр нашего города. Когда он будет готов, вокруг нашего сарая соберутся тысячи. Вот увидите. Спорим на что хотите. Давай, Чарли. Что ты так медленно? Здравствуйте. Вам стало лучше? Вы разбили свое вино. Мы принесем вам еще. И хлеб. Принесете? Да. Вы уж простите, что было так мало. Я ничего не принес вам на ужин, но я принес вам своего котенка. Его зовут Паук. Мы никому ничего не говорили. Вы ведь не хотите, чтобы мы кому-то рассказывали, пока вы не поправитесь? Нет, не рассказывайте никому. Мы знаем, кто вы. И мы будем заботиться о вас. В следующий раз мы постараемся принести вам чего-нибудь получше. Спокойной ночи, добрый Иисус. Спи спокойно.
Вы сегодня пришли домой прямо из воскресной школы, Кэти? Да, папа. Больше нигде не околачивались? Нет, папа. Это правильно. Не хочу, чтобы вы шастали и трепали языком. Вы же ни с кем не болтали? Нет, папа, только с викарием. Нет, я имею в виду чужих. Вы же не разговаривали с незнакомцами? Нет, папа. Не хочу, чтобы вы разговаривали с незнакомыми людьми. Много странных людей в наше время. Разных странных мужчин. Не хочу, чтобы к вам лезли всякие незнакомые люди. Кэти, что ты делаешь? Ничего, тетя. А что у тебя под столом? Ничего, тетя. Чем вы там вдвоем занимаетесь? И ты тоже что-то знаешь. Что ты там держишь? Ничего, тетя. Пей чай, как положено. Запомните, что я сказал. Держитесь от чужаков подальше. Мотайте на ус. Да, папа. Сегодняшняя Бёрнли Экспресс. Поиски убийцы. Последние новости. Пошли. Пошли. Купила? Не кричи. Купила. Лишний кусок мыла, немного зубной пасты и фруктовый пирожок. Быстро, спрячь под джемпер. Думаешь, тетя не догадается? Нет, я скажу, что потеряла чек. Как думаешь, это грешно? Нет. Как это может быть грешно, если мы это делаем для него? Пошли быстрее. Пошли. Это ты. Ты им рассказал. Нет, я сказал только Джеки Гринвуд. Рассказал. Я же говорила никому не рассказывать. А я не рассказывал, только Джеки. Чего вам? Мы пришли увидеть его. Кого? Иисуса. Да, Иисуса. Нельзя, понимаете? Можно, он не твоя собственность. Каждый может его видеть, если захочет. Что ж, если я расскажу вам и позволю вам его видеть, это должно остаться тайной. Пообещайте. Ни слова взрослым. Обещаете? Потому что если вы проговоритесь, они придут и заберут его снова, как в прошлый раз. Понимаете? Ладно. Только идти мимо нашего дома нельзя, придется обойти справа. Нан и Чарльз проведут вас. Не шумите и ждите меня. Ясно? Пошли.
Ты хочешь увидеть Иисуса или нет? Да? Тогда заткнись. Вот тут продукты, тетя. Я пойду погуляю. Ладно, смотри, не извозись там. Ждите все здесь, пока я не скажу. И не стойте на виду. Нан, дай мне припасы. Отойдите. Я принесла вам, как обещала. О, ваша нога. Да. Если хочешь, можешь принести мне воды и какую-нибудь тряпку. Да, сэр, я пошлю Чарльза. Чарльза? Моего младшего брата. Ах, да. Кто еще знает, что я здесь? Только Чарльз и моя сестра, Нан, и другие дети. Другие дети? И сколько вас? О, это не наши, но они не подведут. Вы можете войти, только не шумите. Сходи, принеси воды со двора. В чем? Пошевели мозгами и найди что-нибудь. Поздоровайтесь. Давайте, здоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Здесь подарок вам. Внутри. Это арабский браслет. Да. Красивый. Я принесла вам вашу книгу. Расскажите нам историю, пожалуйста. Историю? Да, пожалуйста. О чем? О добром самаритянине. Нет, о земных благах. Нет, о Святом Духе. Начинайте. Да, расскажите историю, расскажите. Да, пожалуйста, расскажите историю. Историю, историю. Историю. Замолчите. Не шумите так сильно. Если не будете шуметь, я прочитаю вам историю. Садитесь. Рут Лоуренс, стюардесса.
Незнакомец запнулся. «Да, посылка у меня», — сказал он. Их прервал звук громкоговорителя. Рейс 504 отправляется в Гамбург. Сначала было непонятно, потом стало хуже. И как долго она больна? Да недолго. «Здравствуйте, молодой человек. Что ты делаешь? Посмотри на свои ботинки. Закрой кран». Рут Лоуренс была самой молодой стюардессой в аэропорту Редбридж. Ей было всего 17. «Папа! Папа!» «Что? Ты собираешься посмотреть тёлку? Тебе туда нельзя, так что не проси. С погодой не повезло, нужно было посеять ещё в прошлом месяце. Везде всё плохо, зато хорошо для бизнеса. Только не для моего. А я вот не жалуюсь». «А вы чего здесь собрались? Ну-ка, идите отсюда, играйте на улице. Давайте, кыш отсюда». «А мне можно остаться, папа? Мистер Уивер в твоих советах не нуждается. Ну, пожалуйста, можно мне остаться? Я приглядывала за ней». «Ладно, только не крутись под ногами». «Хорошо еще, что не ящур. Тогда кранты». «Давай-ка посмотрим на тебя, юная барышня. Не блюет?» «Да нет». «Ну-ка, девочка, я не сделаю тебе больно. Так? Ну-ка. Давай, хочу посмотреть твой ротик. Ну, по-моему, пока ничего страшного. Если бы таким был и ваш счет, неудивительно, что вы не жалуетесь». «Не знаю, не знаю. Раз я здесь, осмотрю ее». «Что бы это ни было, ей уже лучше. Собираешься оставить ее?» «Собирался, но мне все равно. Если есть склонность к коликам, лучше от них избавляться. Но дело, конечно, твое. Сейчас с ней все в порядке. Подержу ее здесь до следующей недели. Да, так будет лучше, это мой совет». «О, что это? Это твое, юная леди?» «Что нужно сказать?» «Спасибо». «Их ничего не заботит. Никогда не знаешь, что у них на уме». «Все в порядке. Уже можно встать, они ушли». «Как вы?» «Ничего, нормально. Нужно найти для вас более безопасное место». «Спасибо, что не выдали меня». «О, мы вас никогда не выдадим. Никогда в жизни. Почему ты и остальные дети... Почему вы помогаете мне?» «Потому что мы любим вас». «О, забыла. Я принесла вам это». «Что это?» «Ваша фотография. Конечно, ее сделали давным-давно. И больше ни о чем не беспокойтесь. Мы не дадим взрослым вас найти. С нами вы в безопасности. В полной безопасности». Ugh!
была битком мусоровозка. Водитель плавать не умел. В гостях не сахар, дома лучше. Идя ко дну, он песню пел. Чего жуешь? Ничего. Раз ничего, давай сюда. А мы что-то знаем, и тебе не скажем. Что вы там знаете? Отстань! Сначала скажешь, что вы знаете. Отстань! Ну что вы знаете? Пошел ты! Что вы знаете, чего я не знаю? Отпусти! Пошел вон! Что вы там знаете? Иисуса! Мы видели Иисуса! Кого? Я же сказал, мы видели Иисуса! А еще кого? Дональда Дака? Честно, Пато! Вот тебе крест! Что, правда? Да! Не врешь? Не вру! Честно? Так это правда? Нет. Тогда скажи это. Скажи, я не видел Иисуса. Я не видел Иисуса. Еще раз. Я не видел Иисуса. Повтори. Я не видел Иисуса. Ну что? Кто еще его видел? Кто еще? Ну, кто? Я видела. Не трогай ее, Пато. И она, и все мы видели его, Пато. Я тоже его видел, так и знай. Нашел? Ищу. Я его даже не касался. А это что? Я там смотрел. Чего тут сложного? А это откуда? Без понятия. Странно, я там посмотрел сразу, как только зашел. Ну ладно, ладно. Вечно проблемы с этим трактором. А мой где? Мой куда делся? Кто забрал моего? А я откуда знаю? Иисус! Чего? Мой котенок у вас? Какой еще котенок? Которого я вам дал? Нет, у меня его нет. Но вы должны были о нем заботиться. Ну, у меня его нет.
Он умер. Он умер. Умер из-за него. Умер из-за него. Он умер из-за него. Он улетел на небеса, Иисус? Ты ведь теперь на небесах, правда? Что случилось? Что, в Библии все неправда? Что? Конечно, правда. Неправда, он сам мне сказал. Кто? Добрый Иисус. Другим он все делает, а для меня ничего. Потому что это не он. Просто парень. Это он, Чарли. Не он, потому что я дал ему своего котенка, а он позволил ему умереть. Иисус должен присматривать за животными, а он этого не делает. Он присматривает, просто... Просто чьей-то смерти он не может мешать, так я думаю. Это был мой котенок, а не его. Он не может всех спасти от смерти, никто не может. Даже Бог... Наверное... Так было нужно? Хочешь, я узнаю, почему? Хочешь? Узнать? Можно нам бутылку лимонада и две соломинки? Спасибо. Господин Ривз? Здравствуй, Линда. Я не Линда, я Кэти Босток. А, неужели? Точно, Кэти. Можно я отвлеку вас на минутку? Да? Вы знаете, как он исцелял людей? Я имею в виду Иисус. Он же однажды исцелил слепого, так? Верно. И мог возвращать людям жизнь. Да, Лазарю. Но еще ему приходилось позволить некоторым людям умереть, правда? Почему он позволил тем людям умереть? Что ж, видишь ли, люди, дети рождаются все время, и... Тем из нас, кто уже здесь, придется освободить место для них, ведь так? Да, сэр. Господь дает,
и Господь забирает. Так ведь говорится в Библии? Да, сэр. У Бога много хлопот, и не только о смерти людей. Наши поступки — вот что его беспокоит. Видишь ли, Бог страдает из-за нас гораздо больше, чем мы из-за Него. Не нужно далеко ходить, чтобы встретить людей, оскорбляющих Бога. Когда твои же дети воруют у церкви водоотводы и козырьки, ведь не важно, сколько все это стоит, это дом Господень. Но Иисус тут ни при чем, но это должно прекратиться. Я искореню этот вандализм. Я собираюсь принять очень серьезные меры. Да, сэр. Так что передай там. Что, он не знает, да? Полиция предупреждает. Убийство в Дерби. Разыскивается Артур Алан Блейки. Здравствуй. Что сегодня принесла? Я достала колбасу и сыр и немного слоеного пирога. Боюсь, все немного перемешалось. Шмали, у тебя, наверное, нет? Шмали? Да, шмали. Чинарика. Курева. О, нет. Я не знала, что вы курите. Нет. Обычно я никогда не курил. Сейчас покуриваю иногда. Я постараюсь достать. Как ты добыла столько жрачки? Просто взяла. В этом ничего такого? Ничего, если не поймали. Что скажет твоя мама? Она умерла. Улетела на небеса. А, да. Да. И кто теперь о тебе заботится? Моя тетя Долли, она живет с нами. Обо мне, папе, Нан и Чарльзе. Завтра его день рождения, вы же знаете. Да. Какой это день? День рождения Чарльза? 14-е? Нет, сегодня. Вторник. Скоро мне придется уйти. И вам предстоит долгий путь? Да. У вас будет время перед уходом, чтобы увидеться еще с несколькими детьми? Нет, то есть я должен, но я не знаю. Что-то она там долго, твоя Кэти. Прекращай. Если она не вернется через 5 минут, я тебе задам. Пошел ты. Как думаешь, она вернется до того, как я досчитаю до 100? Все, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему вы позволили котенку умереть? Я... Сейчас мне приходится много думать. Послушай, хочешь еще кое-что для меня сделать? Одно дело. Только об этом никто не должен узнать. Ты не должна говорить остальным, ладно? О, я не скажу. Кажется, где-то здесь рядом есть тоннель. Возле канала или какого-то резервуара. Понимаешь, я здесь не был какое-то время. Да, сэр, есть один тоннель. Хастлвуд, возле канала, но его сейчас не используют. Да, это, наверное, он. Нужно принести оттуда сверток.
Он внутри тоннеля, завернут в мешковину и перетянут веревкой. Сможешь его найти? О, да, конечно, найду. Молодчина. Только иди одна и не открывай. Договорились? Да, я схожу сейчас. Пятьсот сорок один, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549. Что там с ней? А я откуда знаю? Ты же ее сестра. Кажется, она должна была отвезти нас к нему. И отведет. Когда? В следующем году? Нет, завтра. Ты говорила это вчера. Завтра день рождения вашего Чарльза. Тебя кто спрашивает? Просто сказал. Завтра она отведет. Смотри, а то я пойду сам и скажу ему пару слов. Так что передай ей от меня. Не приглашайте его на день рождения. Мы и не будем. Эй! Что ты там делаешь? Кто это, ребенок что ли? Не знаю, не вижу. Эй! Иди сюда! А, всего лишь ребенок. Перестань, Чарли. Британский бульдог, британский бульдог. Теперь будем играть в мою игру. Это мой праздник, играю во что хочу. Не шуми, а то кое-кто окажется в кровати и праздник закончится. Будем играть в жмурки. Я не хочу, это грубо, неправда. Да, грубо, я буду водить и поймаю тебя. Папа, скажи нашему Чарльзу, чтобы прекратил. Ну-ка, дорогой, успокойся. Ты перевозбудился. Я хочу водить, это мой праздник. Пап, у тебя есть носовой платок? Можно? Можно я буду водить? Мне все равно, кто будет водить, если ты успокоишься. Можете взять эту тряпку. Мой папа сказал, что я вожу. Это правда, папа? Все равно это последняя игра. О, папа. Ну, хватит, теперь его очередь. Давай-ка. Слишком туго. Не хочу, чтобы ты жульничал. Вот так. Thank you.
Я бы выпил еще чашку чая. Придется пить из одной из лучших чашек, так что осторожней. Перестань. А куда делась та бутылка портвейна? Не знаю, что ты на меня смотришь. Ее здесь нет. Наверное, ты ее выпил. Я к этому не притрагиваюсь, ни капли со дня победы, мне это не нравится. Чай здесь. Попался? Кэти! Кэти! Кэти, это ты переставила бутылку портвейна из буфета? Смотри, куда ступаешь. Все, хватит. Достаточно. Теперь тихо. Тихо! Вот так. Пора есть торт. Кто хочет торт, в очередь к тете Дороти. Я! Так, не сводите меня с ума. Эй, мисс, верни на место. Куда это? Мне, это мне. Я не про этот кусок, я про другой. Это для Иисуса. Для кого ты сказала, милая? Для кого ты сказала? Для Иисуса. Это не Иисус. Это просто парень. Эдди! Эдди! Вон, дай мне это быстро, живей. У него пистолет. Теперь смотри, стой здесь и не высовывайся. Я скоро вернусь. Не вздумай ходить туда, Кэти. Я увижу его. Не увидишь, милая. Папа, мне нужно его увидеть. Ты не знаешь, милая, ты просто не понимаешь. Это ты ничего не понимаешь. Ты же совсем не знаешь, кто он такой. Знаю, это Иисус. Послушай, у него пистолет. Пистолет, понимаешь? Ты так говоришь, потому что хочешь схватить его. Ты никого не можешь оставить в покое. Я увижу его, что бы ты ни говорил. Прекрати, Кэти. Ты не пойдешь туда и не мечтай. Пожалуйста, папа, пошли. Пошли со мной. Слушай меня. Кэти, возьми себя в руки, пошли. Это Иисус. Пошли, успокойся. Заходи. А теперь послушайте. Всем оставаться здесь и никуда не выходить. Просто делайте, как я говорю, как послушные дети, и все будет хорошо. Никуда не выходить. Здесь можно позвонить.
Сегодня только до обеда. Он ушел на кладбище. Энн Грин? Кто? Простите. Слушаю. Да. Хорошо. Мы нашли его, Фрэнк. Что, по-твоему, у него на уме? Иисус? Иисус? Пожалуйста, Иисус, откликнитесь. Откликнитесь. Иисус. О, пожалуйста, поговорите со мной. Я верю в вас. Я бы этого не сделала. Это была не я. Я люблю вас. Я люблю вас. Уходи, малая. Уходи. Я кое-что принесла вам. Ваше курево. А спичек не принесла? О, я забыла спички. Это уже не важно. Ты не забыла про шмаль? Я не выдавала вас. Это Чарльз. Но он случайно, он не хотел. Ладно, ничего. Он не хотел. Вы простите его? Да. Моя тетя Долли пошла за полицией. Что вы собираетесь делать? На этот раз вы сбежите? Разве это зависит от меня? Все зависит от них. Там много других детей. Я послала за ними, чтобы они пришли и помогли вам. Я знаю, они придут. Вы слышали, что я сказала? Да, слышал. Мы бы не пошли в полицию.
Никогда в жизни. Они уже идут. Что же вам делать? Вы же можете что-то сделать, наверняка. Вы все так думаете? Да. Мы все верим в вас. Как я понял, он в этом сарае. Оставайтесь здесь, а мы с Уилкоксом и еще двое пойдем туда. Вы прикрывайте. Откуда они, черт возьми, взялись? Понятия не имею, сэр. Так, я хочу, чтобы вся эта территория была очищена. Вы знаете, у него пистолет. Пошли, Фрэнк. Пожалуйста, вы должны спешить. Пожалуйста, нет времени. Мы вас еще увидим. Увидим. А то. Что вы сказали? Я не расслышала. Я сказал да. Вы еще услышите обо мне. Обещаете? Обещаете? Пойдем, милая. Отойди. Да, обещаю. Ты там, Блэки? Будешь хорошо себя вести? Так что, Блэки? Что ты решил? Зачем тебе еще проблемы? Это тебе уже не поможет, Блэки.
Он ушел? Да. Да, на этот раз вы не успели. Но он придет снова. Закадровый перевод One Inch Nails.